Добрый день, мы находимся на туре Турции. Хотели мы вам рассказать о наших велосипедах, на чем ездит команда Сана. У нас их два типа, есть горный вариант и финишерный под финиш. Начнем с Филанты. Это равнинный велосипед под финиш, трубы чуть потолще, потом покажем вам другую версию. Ездим на группе Shimano с пауэрметром. Группа Shimano 9200 DI2, электронный вариант, 12 скоростей. На этом велосипеде мы видим шестеренку Мики. У кого стоит больше 54, там 55-56, используем шестеренки Мики. Задняя кассета у нас 11.34. На этом варианте можно и на равнине ездить, и на горные этапы. Подойдем к колесам. Колеса Vision. В этом случае равнинный вариант. 60 мм высота обода. Покрышка Victoria. Tubeless. Без камеры. Используем покрышки на 28 мм шириной. Также используем у нас спонсор на седло Пролог. У каждого потом свое седло. Их очень много вариантов у нас. И каждый гонщик себе подбирает седло на свой вкус. Руль монолит полностью. Тоже производство Виллера. И тоже есть разных размеров, и ширина, и длина выноса, все они разные. Под Garmin используем K-Age фирмы, это крепление Garmin. Также еще хотел уточнить, что некоторые гонщики используют спринтерские кнопочки. Их можно перепрограммировать, они слева и справа стоят. И их можно перепрограммировать или на задний переключатель, или на передний переключатель. В основном их используют спринтера. Еще хотел уточнить, что на всех велосипедах используем передний диск на 160 мм, задний диск на 140 мм. Сейчас мы быстро вам покажем Rama Zero. Она чуть-чуть полегче, трубы чуть потоньше. Это горный вариант. Группа та же самая, и разница только в этом. Также группа Shimano 9200, руль монолит, седло Пролог. Вот все, на этом мы ездим, тур Турции.